Так, находимся в микрорайоне Юго-Западный. Заканчиваем здесь строительство забора по фасаду. Весь забор здесь идет полностью из кирпича. Вот это место с левого края вот от входа и до правого столба, где въездные ворота будут у нас, это будет все ровная площадка, в дальнейшем тротуарная плитка. То есть мы это будем часть эту приподнимать, заливать бетоном будем и приподнимать. Вот такая большая площадка будет. И вот сюда направо дальше уже пойдет так подскос чернозем. То есть немножко участок идет вертолетом, мы его будем выравнивать. Поэтому по правой стороне, вот здесь у нас забор получается такой высокий, здесь где-то 2,40. И в эту сторону он идет пониже, где-то порядка 1,90 м. Ну, визуально, соответственно, в дальнейшем мы это будем все выравнивать. На столбы изначально закладывались провода для фонарей, то есть это уже повыводили туда. Кирпич идет с двух сторон, то есть здесь в ширину кирпича у нас получается. И все сделано в едином стиле с домом.